Мы сейчас находимся в мастерской фудфлористики «Клубника». Главным нашим отличием является изготовление букетов из свежей клубники. Сейчас я вам покажу, как это делается. Для этого нам понадобится свежая клубника, дробленый орех и разогретый шоколад. Мы берем шпажку, надеваем на нее свежую, сочную, красную, спелую, просто безумно вкусную клубничку и искупаем ее в шоколаде. После того, как мы искупаем клубничку в шоколаде, нужно подождать, пока с нее сольется лишний шоколад. Как только мы это сделали, мы можем добавить к клубничке дробленый орех. Так вкус получится более пикантный и необычный. Затем мы кладем ягодку на пергамент и даем ей немножечко остынуть, чтобы шоколад схватился. Результатом наших усилий может получиться такой прекрасный, безумно вкусный шоколадно-клубничный букет. Собрать клубничный букет можно в любой композиции. Звоните и заказывайте. Телефон 8 915 795 80 98.